А у нас в гостях проводница поезда «Сапсан» Алевтина Захаровна. Здравствуйте, Танька. Здравствуйте, Алевтина Захаровна. Скажите, а правда, что «Сапсан» — это такой звездный поезд? Там постоянно ездят звезды шоу-бизнеса. Ну, мне на последнем рейсе ездили Коклюшкин, Кармен, Алена Апина. То есть обычные люди тоже ездят, не только звезды. То есть у вас есть много интересных историй, связанных с этими звездами? Рыбонька, я тебе так скажу, что когда меня перевели на «Сапсан», то интересных историй стало уже меньше, понимаешь? Потому что, ну, «Сапсан» идет 4 часа. Подумай, дедонька, за 4 часа что я успею? Мне только Гришковец объяснит, какой ему коньяк нести, а мы уже приехали. Понимаешь, Витюш, я человек честный, понимаешь? Алевтину Захаровну все знают. Я не вру. Ну вот звезды все же знают, да? Заработки у них, да, не будем скрывать, Витюша, какие на телевидении и везде, все знают. И чего ты думаешь? Каждый норовит что-то умыкнуть, унести. Кто простынку, кто наволочку, кто подстаканник. Но понимаешь, ничего, я не зря сюда в Останкино приехала. У меня тут список, Витюша. Все про каждого. Что один унес, что другой, что с третьего просить. Так что Алевтину Захаровну не проведешь. Понимаешь, детонька? Вот, вот, Витюша, в списке у меня все есть. Все от каждого возьму. Да. Все, молодец, как бы и сразу, дорогой. Что ты сказал? Ведь не важно, что вокруг. Я тебя услышал, я поняла. Да и ты далеко не дурак. Снова стою одна. Снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Снова стою одна, я снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Блин, какой печальный момент. Как тут не спросить, где стакан? Так вроде бы нашли пятый элемент, разделив его напополам. Да не важно, что ты сказал, ай, мне не важно, что пока. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна. Тишина, взятая за основу. Снова стою одна. Я снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. Сколько раз спасала я тебя, но не могу я больше, я не могу. Но с надеждой, может быть, и зря, я буду ждать на этом берегу. Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остро. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Да ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем. Мы близкие люди, мы зрители,
Вам будут много петь, будут петь лучше, будут петь хуже. Но никто и никогда не споет вам так, как я. Ваш верный Орликин, ваша женщина, которая поет. А теперь вы. Is it sliming and so good? Must try posh. Сколько лет, сколько зим? Здрасте, здрасте. Мун try sliming and go a little some priest tell you my castle, you know, but the cycle tide charming could pass I like. Она говорит, что рада вновь быть в Москве и говорит, что за последние 25 лет Москва очень изменилась. Очень изменился воздух в Москве. Теперь его можно увидеть. А в некоторых районах даже потрогать. Еще она говорит, что раньше такси нужно было ждать 3 часа, а теперь оно едет 3 часа. Но в целом приезжаешь в то же время. А в прошлый раз, когда у нее возникли проблемы, она звала на помощь полицию, но никто ей не помог. И ей сказали, что нужно было звать милицию. А в этот раз она звала милицию, но оказалось, что надо звать полицию. Теперь она понимает, почему русские кричат «помогите кто-нибудь». Приходит к нам негаданно, негаданно, непорошенно, негаданно, непорошенно, последняя любовь. Горячит калина, губ твоих калина, идут на попы теплые деньги. Мне надо знать, что я еще любима, и ты мне в этом просто помоги. Пусть жизнь уже отмерена, печалью запорошена, печалью запорошена последняя стезя. Но все-таки, наверное, любовь свою хорошую, любовь свою последнюю отталкивать нельзя. Горячит калина, губ твоих калина, идут на убы теплые деньги. Мне надо знать, что я еще любима, и ты мне в этом просто помоги.
это все как будто бы не с нами. Это мы из мелодрам слезали. Эти ночи вымыты слезами. Давай, мы не останемся друзьями. Навигаторы все веселы.